О, отжали. Забираем хпшечку. Маза, здорово. Завтра меня направляют на месяц в командировку в Краснодарский край на восстановление оборудования. Ой, слушай, неплохо. Краснодарский край, это хорошо. Загораешь хоть? Хорошая новость. Мне на телефоне очень неудобно смотреть, хотя некоторые друзья даже фильмы как-то смотрят. Да? Есть такое? Я в телефоне ничего не смотрю, удалился отовсюду, только читаю, редко играю. Интересно, интересно. Володька. Да, да. Ну, неплохо. Одобряю. Шен Т2 одобряю. Номсичка уже у нас будет кушать вкусняшки. Хорошая номсяшка будет кушать вкусняшки. Можно было Шена сразу поставить, на самом деле. Если не играл на телефоне в танки, зря прошел этот день. Давно мы в танки не шпилились, кстати. Я думаю, это будет ластяцкая. Мы немножко сегодня пойдем рыбу половим. Соскучился я по рыбалочке. Эмблема гильдийца Twitch. Слушайте, гильдийцев там выпрашивали у меня. Не знаю, блин, какой-то старт у нас совсем не гильдийский. Первая атака после рывка, горелка. Такое, такое. Ярокрылых можно было бы закрыть. Выиграл прошлую игру, красава. Закидали, закидали какуськами их. Малек. А, Данг, здорово. Привет, привет. Это давай. Это давай. Next сходил. Вот так поставил, кайфую. Это хочу на Таама заменить. Спасибо, там будет не до загорания, да? Спецовку фулл защиту никто не отменял, там будет больше выпаривания. Ясно. Ясненько, понятненько. Поскорее возвращайся назад. Жан, рыбалку пойдешь?
Чё, здорово, как дела? Давно не было на стримах, как день провел, а то что вилку в глаз. Я тот, что вилку в глаз. Да, я помню, дружище, помню тебя, да. Спасибо, что освежил память. Все хорошо. Все замечательно. Я тот, кто правильные вопросы задает, да? Который не разменивается по пустякам, сразу переходит к делу. Привет, Джо, приятного стрима. Чё-то уставшим выглядишь. Да ты мне завидуешь, мне кажется, Макс. Не завидуй. Что я такой горячий. Что я такой горячий стримерский парень. Мне кажется, ну, к 11 часам, там, к 12 часам люди уже готовятся ко сну, уже такие немножко, да? Спокойные, скажем так. Это, кстати, вот многим людям по какой-то дикой случайности кажется, что это нормально сказать человеку, что он выглядит плохо. Выглядишь уставшим. Выглядишь плохо сегодня. Какой-то ты помятый. Это все не является хорошим вариантом для заведения диалога, имейте в виду. Особенно не вздумай брякнуть такой девушке. Так, сединище, давайте. Хорошо пошел Сидзинище, хорошо, нравится. Прекрасно. Да уж, ну и видон у тебя сегодня жесть. Это самый лучший, знаешь, вариант, чтобы подкатить к девчонке. Видишь, в метро сидит красивая девушка, скучает, подходишь к ней и говоришь: «У, блин, ну у тебя и видон. Давай знакомиться скорее, давай пообщаемся с тобой. Поговорить хочу с тобой очень сильно». Ну ты выглядишь, конечно. Давай общаться. Давай знакомиться, давай болтать с тобой будем. Кажется, у нас много общего. Пошел в жопу, Сэм. А ну не надо меня тут ногой своей легать. Легает меня. Привет, Джо, приятного стрима. Привет, Никита, спасибо. Что-то сексуально выглядишь. Ну, слушай, как обычно. Годы идут, ничего не меняется. Да че накинулись, Джо, получше нас выглядит. Боря покинул чат. Да, я, короче, знаешь, что думаю? Макс, мне нужна твоя фотка. Мы сравним. Дай, пожалуйста, свою фотку, мы посмотрим, как ты выглядишь. Сравним, кто лучше. Делаем опрос в чате. Сейчас присылает фотку Брэда Питта, да? Вот он я. Чё ты там договорил? Чё ты там раскачивал? Я буду фронтлайн казнить с вами.
Думаешь, человека поддержать, а что ты весь чат опустил? Вот не надо. Вот этого не надо. Заканчивать игру без проигрыша — это большая редкость. Ну, блин. Наверное, да. Это редкость. Куда фотку кидать? Голеньким можно? Нет. Мужикам нельзя. Девчонкам можно. Девчонки могут скидывать голенькие фотки, это мы одобряем. А мужчины, воздержитесь, пожалуйста. Джош, ты отлично выглядишь сегодня. Спасибо большое. Ну, а вот это, конечно, благодарочка. Хороший вариант. Как раз у меня там есть свои нюансы с фронтлайном. Ой, Намсяша. Намсяша, питаешься. У тебя хорошее питание. У Намсяши правильное питание, ребят. Скоро пойду смотреть с девушкой сериал всю ночь. Будет стрим, успею еще. Никит, нет, не будет всю ночь стрим, конечно. Не-не-не. Это ты отлично придумал. Я желаю вам хорошо провести время. Хотя бы вместе. Блин, я не знаю. Я особенно... Я вот когда-то, наоборот, я любил смотреть один. Любой фильм, любой сериал мне нравилось смотреть одному. Потому что ты не подвержен какому-то дополнительному там оценочному суждению. Ой, да тут вообще говно какое-то там, да. И ты уже сидишь полфильма такой вот с этим вот впечатлением, что ну такое себе. Или где-то, знаете, на начале. Ой, что-то мне эта актриса не нравится, этот актер не нравится. И ты так сидишь и думаешь. Поэтому я раньше типа, нет, я если что-то посмотрю, я посмотрю сам. И буду вот сам давать какую-то оценку этому произведению искусства. А сейчас я не могу что-то смотреть без жены. У меня вот как будто бы что-то не так, что-то неправильно. Я что-то делаю нехорошее, противозаконное, противоестественно. Так не должно быть, это неправильно. Джо, включи Мияги. Сейчас, дорогой. Делать Мияги. Кайфуй. Понравилась сборка через Варуса, 3 топ-1 подряд взял. Я тебя поздравляю, здорово. Морелку может быть, а зачем? Мне же арена солнечного пламени. Она как называется, давайте вспомним. Арена солнечного пламени. Фи. Все правильно я подметил. Долго ли будет стрим, Макс? Ну, сколько? Я думаю, еще где-то минут 30 посидим. 30-40 минут. Девочки, на стриме 14 минус все равно кидать? У меня стрим 18+. У меня весь контент на канале 18+. Девочки, 14 лет, лучше не смотрите. Потому что я периодически очень пошло шучу. Поэтому, родители, смотрите, что смотрят ваши дети. Нелегальные шутки. Нет, вполне легальные, знаешь, я бы не сказал, что прям какие-то ужасные, какие-то там аморальные. Ничего такого. Просто, ну, мой стрим не для детей однозначно. Я, конечно, стараюсь не ругаться матом, вести себя прилично, но я бы не хотел, чтобы, если честно, дети меня смотрели. Мне кажется, детишкам лучше что-то полезное посмотреть, чем вот это вот. Лучше какую-нибудь науку поставить или про животных что-то полезное.
Блин, я вспоминаю себя в 14 лет. Поставь мне про науку или про животных. Да, блин. А девчонки, они еще быстрее взрослеют, чем пацаны. Умничка, что сделала под шаг, молодец. Хорошо, замедло пошло. Станчик пошел, замечательно. Джо, предупредил бы раньше, мне 16. Ну, в смысле, предупредил бы раньше? Тебя YouTube должен был предупредить. У меня стоят все стримы, весь контент 18+. А то, что ты обошел как-то, ну... Это как бы твоя проблема. И проблема твоих родителей. Так судей и скажешь про взросление девочек. А почему я буду в суде говорить про взросление девочек? Ты чего? Ты что такое говоришь? Медитацию, например. Медитация нормальная тема, да. Сколько всего. Вау. Да, вполне, давайте. И скорость автоатаки у нас здесь прекрасна. Давайте. Тейджа, заливай! Пур-п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 ур. Прекрасно, прекрасно. Мне это очень сильно нравится. Аушинь пирогов. О. Блин, мне аушинь пиромант не нравится. О, пиротехник. Mm-hmm.
Блин, тут контроль еще есть фронтлайн на 1.5 секунды. 400 урона. О-о-о. А тут много тычек. Приколение. Много-то один фигур плохо. Я буду выходить в 9-й. Даже если мы там несколько игр проиграем, не страшно. Лучше выйти в 9, закрыть 5 пиротехников аккуратно и все. Ну и Орна будем закрывать. Канонира желательно, то что 2 сделать. Нам сяж, давай там потихоньку. 2 нужно. Жалко, что перча ушла. Не столько всего вкусного уходит, плохо. Да. Вкусняшка. Давайте броню. О. Шикосик, канониры. Маленьким калибрим. Эфемерного, да, можно еще закрыть. У эфемерных у нас скорость автоатаки скейлится. Давайте кого-то сюда кинем. Фу, что мы с этими золотыми хулиганами сделали? Грязные, грязные гиперрулеры, получайте. Сону можно и эфемер, да? Сону эфемер получилось. Хорошо, скорость автоатаки скейлит потихонечку. Крутяк. Ну. Маленьким калибри. Так, тут у нас такая хрень, да? Окей. Один не хватило до золотой нам сяши. Нужен фронт нормальный. Ой, заморозили. Окончательно. Боже, какая гадкая штука. Какая гадкая штука. Семь пятьсот зашло прекрасно. Пойдет. Не думаю, что мне Хасаги здесь нужен. Долой
Ой, на ту сторону пошла сона, плохо. Ай, законтролили. Привет, Джо, у меня вопрос, тебя реально зовут Джо? Нет, Кость, привет. Меня Руслан зовут. Джо Смок — это мой никнейм в интернете, и люди Джо постоянно, поэтому. Сокращают, да, мой никнейм просто, да, Джо? Я не знаю, как я это хочу использовать. Ой, да ладно, не хватило, серьезно. Ребята, просчитался. Я просчитался. Думал, хватит закрыть мне дополнительного пиротехника. Плюс 75 урона. Было бы приятно. На 9-й полетел. У тебя контент под любую аудиторию. Не, я понимаю, что на самом деле мой контент может смотреть любая аудитория, но я бы не хотел, чтобы меня смотрели детишки. Потому что я не считаю, что это лучшее провождение времени их. Родители могут придумать гораздо лучше занятие этим людям. Блин, не переставился, плохо. Кошка сейчас пойдет меня жрать. Кошка, не жри. Не жри меня, кошка. Плохая, плохая кошка. Я не думаю то, что пиротехники прокают хэкстэк Данго. Мне так не кажется. Я, наверное, возьму скорость автоатаки для корки. Какой-то билд нужно потихоньку и ему собирать. Не нужна она мне. Сбежал. Я сбежал от тебя, я бегун. Да? Постояли, поотдыхали, поразглядывали. То есть родители могут смотреть, а дети нет? Я думаю, да. Думаю, да. Ну, Дейджи больше корки однозначно.
без вариков. Короче, осталось три пиротехника. Серьезно, я не понимаю, что сегодня за день такой? Почему все собирают то, что и я? Без день, так это мне сегодня просто повезло ты два фигуры закрыть хоть какие-то. На самом деле не то, что мне повезло ты два фигуры закрыть, они быстрее забрали тех же корки там и так далее, сону. Я просто эмблему получил, и у меня просто сильнее синергия была. Вон, типа, убирай нос. Убираю, убираю нос. Все-таки этот предмет все равно, да, ко мне пришел. Он не очень полезный, я вам скажу. Ну куда мне это? О, прекрасно. Лаки в мраке. Ну, этот бродяга меня не шотает здесь. Ему урона не хватает, у меня я слишком жирненький. Вон, ну нельзя, давай назад. Блин, я так расставляю все, походу, дело. А, сон сюда переместился, ну окей. Не страшно. Так, наша намсяшка тоже становится мощной теперь. Мощной и жирной жабкой. О, у него намсяшка топорон. Оба-на! Опа-хопа, опа-опа. Красотка нам сияшка. Так и спалит базу, а кто осмелится? Чьи слезы пролиты во вред зазря. Сияет слиток из синтетики, вокруг борьба. В моем городе дербанят на куски эту отраву. Заревели горы, все идет по плану. Расстреливать их по жести. Хорошо, и остался у нас последний оппонент. Я, наверное, буду перчатку эту забирать. Не самые лучшие предметы у нас получились здесь. О, коржик 2, здорово. Вот эта штука меня не станет и прекрасно. Главное, чтобы это работало, остальное все очень.
Начисляем, начисляем стримеру больше.